первый день зимы в Люберцах зажглись праздничные огни. Новогодние торжества стартовали в Центральном парке у главной елки округа. Самое волшебное время года встречали сотни людей. Вместе с ними в праздничную атмосферу погрузилась съемочная группа телеканала ЛРТ. Разрешите представиться, девушка зима. То, что зимушка-зима пришла без снега, ничуть не испортило настроение люберчан. Предновогоднюю пару встречали более 200 снегурочек. Среди участников костюмированного шествия не только жительницы округа, но и гости из других городов. С песнями и плясками новогодние волшебницы дошли до самого главного символа приближающегося праздника. Здесь их ждали с нетерпением, чтобы совершить торжественный ритуал. Раз, два, три! Ёлочка, гори! Атмосфера Нового года наступила в один миг. Пришло время загадывать желания. Счастья, здоровья и крепких семей. Чтобы каждый из нас дождался Нового года и получил самые желанные и долгожданные подарки. С сегодняшнего дня можно смело начинать отчет дней, оставшихся до Нового года. До самого волшебного и долгожданного праздника осталось... 30 дней! Ура! Луиза Егязарян, Александр Моисеев, Алексей Андреев. Телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.